then you can just see Kamchatka way off in the far east of Russia by itself. And then I just Googled and images, and all these beautiful images came up, and then I read about it, and that's when I realized that it was a great place to go. Высота 1406 метров. Название «Историческая байка», но я знаком с человеком, который прям видел этот дневник Кирсанова. Они после этого сложного маршрута несколько дней отмыкали прямо вот на горячих источниках, искупались, высушились, и он оставил запись в дневнике своем геологическом, что отлично отдохнул, как на даче. В 91-м году, когда было извержение, Ватя потеряла, по-моему, 10 или 15 метров. Был взрыв в предвершинной части, и он разрушил часть. Ну, то есть она была выше метров на 10.